Угадайте, кто я? Угадайте, где я? Я мультичеловек, мультитулс и мультиютубер. На самом деле, с вами Герон. Ладно, шучу. Ну что, погнали. Сегодня, значит, мы отправляемся на Build Battle. Специально вам показал, где вам искать эту менюшечку. Да. В прошлый раз что-то меня раскритиковали, дали 10 место. Вы ничего не понимаете, проклятые американцы. Так, какая у нас тема? Леон? Лев? Да вы издеваетесь. Ну, сейчас я вам забацаю львам. Такого льва вы не видели. Так, давайте, мне нужно желтое стекло. У нас 4 минуты. За 4 минуты, ребят, можно столько всего понастроить, что вы прям закачаетесь. Лаки-блоки. Слушайте, это сборка, по-моему, для обзоров. Ладно. Давайте сделаем вид, что лучший лев на свете это... Как его называют? Сфинкс. И сейчас я попытаюсь нарисовать сфинкса, чтобы они все эти мейкосы закачались. Вот это у нас типа лапа. Слушайте, а 5 минут не так уж много. В прошлый раз, конечно, портал нарисовать было, это раз плюнуть. Сейчас я пытаюсь что-то сделать непонятное. Так, это типа передние ноги, вот это типа задние. Не волнуйтесь, господа, это просто морда. То есть, тьфу, то есть основа. Так. Блин. Что-то мне подсказывает, что у меня сейчас получится шедевр, которого народ будет икать нервно. Интересно, а сколько тут русских играет? Что тут в основном американцы тусят и прочая англоязычная публика, но, как говорится, забавно. Так, это его задние ноги. Чё-то у меня получается как-то не очень убедительно, ну ладно. Так, мне тут говорят, что я должен буду... Ладно, не буду говорить чего, чтобы не палить интригу. Так, вот это типа его хвост. Так. Так. 3 минуты, окей, да мы успеваем, господа. Мы отлично успеваем. Так, вот это кисточка. Самое главное, это, конечно... Чёрт, что я делаю? Герон, остановись. Самое главное, это морда льва. Что ты делаешь, Герон? Так, у меня 2,5 минуты. Сейчас я попытаюсь изобразить льва. Лев. Слушайте, а по-моему он желтый. Ну ладно, неважно. Сейчас мы пытаемся пасть изобразить, большую такую пасть с клыками. Черт, я сейчас как дикий этот. Я сейчас ухаха, то есть втихомолку, потому что я представляю себе, что там народ сейчас сделал. Я тут ржу, а там на самом деле наверняка не лучше сделать. Так, это типа лев. Это типа белые зубы. Вот это значит типа глаза. Так, сейчас я попытаюсь. Я не могу больше. Я уже умираю от смеха. Просто я пытаюсь что-то сделать и понимаю, что я ни черта не успеваю. О боже, что я делаю со своей жизнью? Герон, что ты делаешь со своей жизнью? Что сделать с нами? Это чертова мини-игрушка. Ой. Раньше я, кстати, пробовал делать мини-игры, которые можно скачать и просто поиграть, и что-то как-то народ не пошло. Как сказать, не повезло, не фартануло. Но я думаю, что когда-нибудь... Но поскольку уже полгода прошло, можно пробовать во второй раз. За полгода, по-моему, публика на канале меняется чуть более чем полностью, поэтому нормально. Да, ребят, вот так вот и живем в таких условиях. Все быстро тут на ютубе меняется, в том числе мой лев, который же, к сожалению, кстати, вот так вот. Так, на льва ни черта не похоже. Окей, сейчас мы будем делать гриву ему. Вот так вот. Вот так вот. Господи. Это просто жесть. Ой, боже, надо было как-то попроще сделать. Так, это... Тихо. Тихо. Это типа грива. А, у меня сейчас незаконченная грива будет.
Черт! Так. Ну чё, ладно. Боже. Я попытаюсь что-то, хоть что-то сделать с этим. Так, это типа шкура. Есть! Я хоть что-то успел. О боже. Боже, это просто Пикачу. На самом деле, вот здесь у нас правом, вот здесь, это оценки, которые мы ставим работам других участников игры. И, соответственно, кто больше всего голосов наберет, тот и в дамках. Но это не окей, это пуп, это говно. Это говно. Мне круче. Так, это... Это жираф, чё? Боже, это жираф. Это просто жираф. Ладно, окей, поставим. Хорошая ржачная конструкция. Боже, это... Что это? Не, ну тут народ, он просто не успел. Нет, 2 балла тебе. Не успел. Ай, боже мой. Это просто огонь. Так. Да, у меня еще неплохая статуя получилась. Потому что здесь, конечно же, пуп. Это какашка, ребят. Ну хотя бы симметрию мог сделать. 4 минуты это очень много на самом деле. Но да, вот. Нормальная, вот это лев. Сразу видно, что это лев. Что-то мне подсказывает, что я опять попаду на 10 место. Туловище не доделал, зато хвост есть. О, господи. Лев. А причем тут... Не, ну это супер какашка, потому что это совершенно не по теме. Человек явно не понял, что это. Это вовсе на льва не похоже. Во, милый симпатичный коврик. Тоже неплохо. Ну давайте окей поставим. На самом деле вы можете писать в комментариях свои оценки. Может я неправильно оцениваю. И вообще ничего не понимаю в искусстве. Вау, я выиграл, господа! С первого раза сразу включил запись, пошел записывать с первого захода, с первой же катки я выиграл. Отлично. Благодарю за просмотр, за подписку и лайки. Ну а с вами был Герон, и пишите в комментариях, если хотите нечто похожее. Всем удачи, всем пока.